возвращалась. Возвращалась. И здравствуй, дорогой мой зритель! Благодарю тебя, что заглянул на канал. Друзья мои, бывает, смотришь на человека и думаешь, какой он классный. Спасибо тебе, зеркало! Помню, когда мама шла на родительское собрание, то всегда возвращалась в чистую квартиру. Братан, я завтра женюсь. Это вон, по любви? Ой, Машка сказала, по-любому. Зачем ты умылась? Ведь это ж вон, нормально общались. Сначала, значит, они ждут принца, а потом возмущаются, что он лежит на диване и не вкалывает, как этот вон, простолюдин. Вовочка, ну вот скажи мне, какой добрый поступок ты сегодня совершил? А я провожал папу и увидел, как дяденька вон бежит за уходящим поездом. Так я этого вон отпустил свою собаку-питбуля Рекса, и дяденька успел на поезд. Сидит дед, значит, около подъезда и плачет. Подходит мужик, спрашивает: дед, ну это вон, чё ты плачешь-то? Ой, да женился я. Ну и чё тут плохого? Ой, да она круто готовит, красавица, в постели ураган. Ну, так и чё тут плохого, чё плачешь? Да я забыл, где живу. И на этой смешной ноте, друзья мои, будем с вами прощаться. Ставьте тёте Моте лайки, подписывайтесь на канал. Оставайтесь всегда на волне позитива и хорошего настроения. И всем пока!